В Ноябрьске прошла презентация недавно зарегистрированной региональной общественной организации инвалидов «Таганай». На ней присутствовали представители администрации, руководители предприятий и другие заинтересованные лица. В планах вновь созданной структуры – защита прав инвалидов, оказанием юридической помощи, консультации по любым личным проблемам. Но одна из главных задач – помощь в трудоустройстве, тем более, что по инициативе депутата законодательного собрания Ямала от Ноябрьска Павла Крюкова в конце прошлого года был принят окружной закон о квотировании на предприятиях региона мест для инвалидов. Предполагается, что уже в самое ближайшее время у Таганая появится свой офис, штат сотрудников и возможность действительно влиять на тех нерадивых руководителей предприятий, которые грубо игнорируют действующие законы. Это шаг вперед, и значительный шаг вперед. И я думаю, при создании вот в каждом субъекте такой организации общественной, где будут состоять только инвалиды, которые будут работать фактически в рабочий день и приносить пользу таким же, как они, и другому населению городов, поселков, это, естественно, будет толк. Это люди будут востребованные, они будут являться членами того общества, которым являются все наши жители.